смягчить воздействие западных санкций, говорил сегодня Михаил Мишустин. На встрече со своим белорусским коллегой российский премьер подчеркнул, надо усилить сотрудничество в рамках союзного государства, а на совещании в правительстве обсуждали, как сохранить доход. То, что сейчас происходит на Украине, это преступление. И Россия – страна-агрессор. И ответственность за эту агрессию лежит на совести только одного человека. И этот человек – Владимир Путин. Мой отец – украинец, моя мать – русская. И они никогда не были врагами. И это ожерелье на моей шее, как символ того, что Россия должна немедленно остановить братоубийственную войну. И наши братские народы еще смогут примириться. К сожалению, последние годы я работала на Первом канале, занимаясь кремлевской пропагандой. И мне сейчас очень стыдно за это. Стыдно за то, что позволяла говорить ложь с экрана телевизора. Стыдно за то, что позволяла зомбировать русских людей. Мы промолчали в 2014 году, когда все это только начиналось.